Здравствуйте, меня зовут Болгов Руслан, я частный детектив с более чем 10-летним стажем. Руслан Болгов – приватний детектив. Знає, коли людина бреше, а коли говорить правду. Може за добу знайти людину, яка пропала 15 років тому. Де вчитися на детектива? На сегодняшний момент научиться детективам теоретически возможно. Некоторые вузы сейчас запустили такую программу обучения. Но, тем не менее, чтобы стать детективом, нужно очень много практики. В основном это бывшие сотрудники правоохранительных органов. Найдивніша справа у вашей карьере. Знакомая женщина хотела доказать своей подруге то, что ребенок типа нет ее мужа. И хотела взять ДНК у этого ребенка. Такими вещами это незаконно. Сразу был отказ, очень жесткий. И если она продолжала бы в таком же духе, было бы сообщено правоохранительные органы. То есть люди вот настолько готовы пойти на любые хищрения, чтобы доказать свою правоту. Детективу погрожують через его деятельность. Иногда бывает, смотря какой деятельностью мы занимаемся. На сегодняшний момент я занимаюсь помимо частной практики. Очень часто ко мне обращаются правоохранительные органы. Я очень тесно сотрудничаю с киберполицией. На сегодняшний момент уже арестовано трое педофилов, которые отбывают уже наказание. И мошенники. Ну, естественно, они начинают угрожать. Ну, я люблю такие иногда угрозы, значит, я все делаю правильно. Найсмешнейшая история из вашей практики. Человек обратился ко мне, он искал своего сослуживца, которого не мог найти 15 лет. Они вместе служили. И когда я к нему приехал на встречу, мы договорились с ним об услуге. Я нашел этого человека буквально за сутки. И когда же я к нему приехал и сказал, что вот телефон, звоните с моей трубки, он взял трубку, начал меня обвинять, то, что я мошенник, то, что в телефоне находится актер, то, что это не его сослуживец, то, что я его обманываю. Я говорю, делайте, что хотите, вот вам контакты, оставьте свои 50% себе. Он мне швырнул деньги, говорит, вы мошенник, и все. И вечером он мне уже звонил, немножко так под шофе. Он был на даче уже у своего друга, извинялся очень долго и нудно. Он просто не мог поверить, что 15 лет поиска вы за сутки можно найти. Как распознать, что людина бреше? Ну, здесь нужно общаться, нужно быть немножко психологом. Для этого существует полиграф, куда мы отправляем людей, чтобы не заниматься вот более такими, как говорят, слежкой или все это в нашей стране незаконно на сегодняшний момент. И заниматься, скажем так, этим нет смысла, если можно проверить, врет человек или нет. Путем полиграфа. Вас часто сравнивают с Шерлоком Холмсом. Это такой стереотип, который, к сожалению, а может быть и к счастью, к нам прилепился. Я очень уважаю Шерлока Холмса как героя, очень интересные рассказы. И да, есть к чему стремиться, есть от чего отталкиваться. Який набір детектива на месте работы? В сегодняшний момент все, что вам необходимо, находится в маленькой коробочке, которая называется телефон. Там есть и диктофон, и камера, и видео, и доступ в сети интернет, и, естественно, ваши мозги и ваша практика, которая наработана годами. Найжорстокіший злочин, який ви розкрили. Самые жесткие преступления, это было громкое дело с киберполицией, они ко мне обратились помочь. С Австрии обратились правоохранительные органы о том, что в сети интернет есть детская порнография, распространение с трехмесячным ребенком. И этого человека мы нашли. Оказалось то, что это родной отец, кстати, герой АТО. Ну, не герой, но он был в АТО, раненый, разорванный, как его называли. На сегодняшний момент он отбывает наказание в психиатрической больнице. Его признали якобы невменяемым, хотя там все нормально. И самое жесткое во всей этой ситуации то, что родная мама этого ребенка очень сильно ждет, чтобы папа вернулся домой. Кто та з яких питань найчастіше звертається до приватного детектива? Фирмы. Чаще всего обращаются непосредственно фирмы, работодатели. Это проверка контрагентов и проверка людей при приеме на работу. Это самая такая востребованная услуга на сегодняшний момент. Який рецепт успішного розкриття злочину? Профессионализм, умение работать в команде и в обязательном порядке слышать всю информацию, которая есть. Даже самая мелкая, может быть, смешная или глупая версия может оказаться правдивой.